Я отварила картошку уже, добавила сюда масло. И сейчас нам нужно просто сделать картофельное пюре. Соль добавляем по вкусу, сколько вам надо. Попробуйте, потому что сыр тоже соленый, поэтому пробуйте, чтобы не пересолили. Так, и добавляем молоко сюда, тоже по вашему вкусу. И в самом конце мы добавляем наш тертый сыр. Все хорошенько перемешать. Все, начинка наша готова.